Прогноз погоды на 25 ноября. В 6 часов утра температура воздуха в центральных улусах была -43, -41 градус, в Заречье 43-40 градусов ниже нуля, в южных улусах 33-26 градусов ниже нуля, в Бирюзской группе улусов 40-25 градусов ниже нуля и в Нижнеленске 37-36 градусов со знаком минус. В западных улусах -31, -23, в Колымо-Дигерской группе улусов -34, -17 и в Янске -38, -27 градусов. На северо-западе -37, -30 градусов. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха была -38, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер переменный 1-3 метра в секунду. Днем ожидается 30-32 градуса ниже нуля.